Накануне празднования Дня строителя губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров посетил один из заводов компании «Волма», лидера на рынке строительно-отделочных материалов. Компания занимает первые позиции по ключевым сегментам строительного рынка, а качество выпускаемой продукции соответствует лучшим мировым стандартам. «Волма» расшифровывается как «Волгоградские материалы». Компания обеспечивает своей продукцией как крупных застройщиков, так и частных лиц. Соотношение цены и качества давно оценили как в России, так и за рубежом. Если город-область строится, значит, на живых. Да, сегодня строительство любого объекта дает возможность работать многим предприятиям в Волгоградской области. Надо отметить, что одно рабочее место строителя обеспеченное рабочее место строителя всем материалом дает работать порядка, по разным подсчетам, порядка 12 смежных профессий. Строительная отрасль имеет для Волгограда, Волгоградской области, для страны ключевое значение. Конечно, должны сегодня рассматривать ее как стратегически важную для нас. Но для этого надо понимать, что качество, что цена на выходе должна быть адекватная и соответствовать тем возможностям, которые есть у жителей. А для этого необходимо заниматься уже модернизацией производства. Это современное предприятие является лидером Российской Федерации. Мы уверены, и сейчас с акционерами переговорили, есть ряд хороших наработок, которые позволят существенно увеличить объем продукции и существенно держать цену на данную продукцию, что будет являться конкурентоспособным преимуществом в данной отрасли. У нас есть перечень предприятий, которые, на наш взгляд, могут выполнить те задачи, которые стоят при строительстве стадиона. В этот список входит и компания «Волма», для которой такая помощь имеет большое значение. Тем не менее, это не основная задача. Основное сейчас для нас это что? Это чтобы продукты были качественные и недорогие. И вот в этом году мы, например, абсолютно не планируем ни цены поднимать, ни трогать, ничего. В следующем году, конечно, как Бог даст. Но однозначно удерживать конкурентоспособные цены. Мы очень рассчитываем, что руководство области нас поддержит в нашем стремлении, чтобы наши материалы нашли свое применение на знаковых объектах, да, ну, в том числе, конечно же, на стадионе, на нашем родном. Мы очень на это рассчитываем. Это одно. Но второе, и, пожалуй, это самое важное, это то, что мы нашли себя в рыночной среде. Цена-качество просто идеальная для строителей. И тем более, когда завод под боком находится, ну, ты позвонил, через 2 часа тебе продукт привезли. Ну, все. Это очень удобно, да, и логистика выстроена просто идеально для них, для строителей. Ну и связи уже мы имеем отношения практически со всеми застройщиками. Они чувствуют нас надежного партнера.